и наши диетологи, и зарубежные дают рекомендации по поводу диеты. Она должна стимулировать наш иммунитет. Это употребление в пищу продуктов с высоким содержанием витамина С. Например, болгарский перец, апельсины, лимон, киви. Это употребление в пищу различных видов зелени, содержащей огромное количество витаминов различных групп. Рекомендуют употребление меда, но не добавлять в горячий чай. Ягоды свежие, замороженные, также содержат большое количество витаминов. Что будет угнетать иммунитет в данной ситуации? Прежде всего, вредные привычки, а также простые углеводы. Например, белый сахар, сорта белого риса, пшеничная мука высшего первого, второго сортов. На что еще обращают внимание диетологи? Они рекомендуют уменьшить, я подчеркиваю, уменьшить, не исключить, уменьшить употребление молочных продуктов. Считают, что молочные продукты стимулируют выработку слизи в организме, а COVID-19 прекрасно осаждается на слизистой гортани. Что можно применять при употреблять в пищу при высокой температуре? Что нам рекомендуют диетологи? Куриные яйца, нежирный куриный бульон, нежирные сорта рыбы, морепродукты, фасоль, бобовые, как источники растительного белка. Исследователи обращают внимание и больных, и здоровых людей на достаточное суточное потребление жидкости. 2,5 литров и более. Естественно, если отсутствуют противопоказания со стороны сопутствующей патологии.